каждом виде искусства есть люди, которые являются как бы олицетворением этого вида искусства или этого жанра искусства. В их судьбе творческой как бы отражаются движение жанра, развитие жанра. Они являются, в общем-то, историей этого жанра. Можно много говорить о таких людях, а можно просто сказать, что они были первыми, которые шли нехоженными дорогами. Можно многое рассказывать о том, где, в чем, когда был первым, открывал новое музыкант, которого мне сейчас предстоит объявить здесь. Но уважая просьбу его сегодня, на вечере единомышленников, на вечере друзей, не делать этого, мне остается просто объявить. Играет Юрий Казаков. Казаков вариации на тему украинской народной песни «Ехал казак».